Добрый день, дорогие подписчики! Приветствую вас на канале со свежими новостями о шоу-бизнесе. Здесь вы узнаете всю правду о знаменитостях. Каждый день только лучшие новости. Попрошу поставить лайк и подписаться. А теперь к новостям. Балерина Анастасия Волочкова, которую в 2003 году уволили из Большого театра, а затем восстановили по решению суда, вновь раскритиковала Большой театр. На видеозаписи, которую балерина выложила в сторис на своей странице в Инстаграм во время общения с журналистами, она предложила назвать 5 имен балерин. Если прокуратура уже доказала незаконность действий Большого театра, то что говорить мне, балерине, которую знают сегодня в лицо? А можно я вам задам вопрос? Вы можете сейчас назвать 5 имен балерин, которые танцуют в Большом театре? Вы не можете? О чем мы тогда говорим? Яйца Скоридзе подняли эту структуру, и вопрос об этой несправедливости, что люди добрые, что вы творите. Вы, министр культуры Швыдкой, вы мне давали звание заслуженной артистки России, и вы мне через 2 месяца говорят, что меня не должно быть в Большом театре, сказала Волочкова, отвечая на вопрос журналистов о своем конфликте с Большим театром. По ее словам, она подняла всю подноготную, которую долго скрывали в Большом театре. Волочкову, рост которой 168 сантиметров, уволили из Большого театра в 2003 году по причине несоответствия требованиям физической формы и невозможности подобрать для нее партнера. Суд восстановил ее на работе, но ролей ей после этого не давали. Спасибо за просмотр! Поставьте лайк и подпишитесь!